Добрый вечер. Здравствуйте. Извините, что отвлекли вас. Наверное, многие удивлены тем, что мы сегодня все с красными губами, но я расскажу, что сегодня мы будем презентовать нашу новую зимнюю песню в стиле 50-х, поэтому мы себя тоже немножко стилизовали в это время. Концерт у нас сегодня необычный, а новогодний, предновогодний. И начнем мы с нашей первой самой новогодней песни, которая называется «Зимняя песня». Thank you.
Хорошо, и сегодня мы выступаем со струнным октетом. Наши новые участники, наш оркестр, с которым мы недавно сделали большую программу в честь нашего пятилетия. И что хочется сказать, что Новый год, этот праздник, всегда нам невольно хочется подвести итоги года и сказать спасибо людям, которых мы встретили, которые нам принесли какие-то радостные моменты в нашу жизнь. И, естественно, для меня это группа, это ребята, которые с нами играют. И следующая наша композиция про мечты, про вот такие планы, которые мы себе строим, и про то, что их нужно стараться исполнять. Песня называется «Пилот». А барабанщик вот мечтает вокал добавить. И басист тоже. Вот мечты исполняются. Песня «Пилот». Thank you.
с вами не виделись с самого момента нашего пятилетия в Доме музыки. Мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто был с нами тогда. И это было для нас очень-очень важное событие, невероятное. И благодарим вас за то, что вы были там. Благодарим тех, кто сегодня пришел к нам в первый раз. Или тех, кого не было в Доме музыки, но пришел сегодня. Для нас очень важно видеть ваши лица и то, что к нам приходят наши большие друзья, наши слушатели и маленькие друзья. Да, это тоже очень радует. Следующая композиция называется «Там за морем». Thank you.
композиция называется «Колыбельная». Thank you.
рисовать. Спасибо большое. Анжелика Серышева, соло на виолончели. Дмитрий Артем, кларнет. Дальше мы вспоминаем о том, что мы праздновали пятилетие и сыграем песню, которую мы играем уже 5 лет. Называется она «Не оборачивайся», или как мы ее называем, «Блюз». Thank you.
хотим, чтобы все забыли на несколько дней, что существуют плохие дни, плохие какие-то грустные ситуации. И сейчас я предлагаю нам всем вместе спеть песню, которую мы писали в прошлом году. Написали мы ее все вместе, огромной дружной компанией, группой ШУ. Тогда у нас еще не было оркестра, но сейчас он есть, и ребята сыграют с нами песню, которая называется «Мама зима». Заново календарь, кадрыльный листок.
еще, помимо всего прочего, хотим с вами немножко спеть, как всегда. Знаете, что мы споем? Ребят, покажете, да? Yeah.
после нашей песни в течение всего остального года, это путешествие по разным странам и по разным уголкам мира, то, что мы делаем под Новый год, это скорее путешествие во времени. И если вдруг вы не слышали про наш проект «Зимних песен», я чуть-чуть расскажу, что мы начали с стилизации под 90-е годы, потом мы сделали песни в стиле 80-х, 70-х, 60-х, и вот сейчас мы дошли до 50-х годов. Это объясняет наш внешний вид сегодня, наши красавицы и красавцы. Песня в стиле 50-х, вот, наконец, она сейчас впервые услышит свет вживую. «Шаг за шагом» — наша новая новогодняя песня. Thank you.
сегодня вечером появится в сети, может быть, слушать и ловить новогоднее настроение. А во вторник, ближайший, эта песня появится в продаже мини-диска. Мы в этом году решили сделать доброе, хорошее дело. Есть такие замечательные магазины, называется Charity Shop. Вся выручка от того, что продает этот магазин, идет в помощь фондам различным. И вот в этом году мы решили полностью все, что мы получим от продажи этих дисков, отправить в фонды, с которыми работает Charity Shop. Можете зайти в интернете, посмотреть что-нибудь про этот магазин и прийти туда и приобрести наш диск. И сразу сделайте хорошее дело и послушать приятные новогодние песенки. Вот такие дела. Следующая композиция называется «Прожитый день». И для ее исполнения мы пригласим сюда Павла Солдатикова. Наш большой друг, человек, который нам очень помог, в том числе в подготовке юбилейного концерта. Композиция «Прожитый день». Thank you.
Спасибо большое. И завершаем еще ее нашу песню. Называется «Далекой весной». Если кто-то успел запомнить текст этой песни, то мы будем очень рады, если вы споете ее с нами. Oh,
вот мы закончили наш концерт. Я хочу представить группу Шу, наших музыкантов, Максим Мещеряков, клавиши и все аранжировки для струнной. Наша замечательная струнная группа. Варвара Куценко, Екатерина Варкоева, Араксия Кирхасян, Татьяна Чигалова, Лидия Андреева, Анжелика Сершева, Анастасия Бурат, Саркис Назаров, Митя Артемов, кларнет, Сергей Князев, перкуссия, Артем Архипов, барабаны, Иван Башилов, бас, Сергей Харк, звук. Помимо замечательных ребят, которые сидят на сцене, у нас есть еще участники нашего оркестра. Это Павел Солдатиков, который выходил на эту сцену. Это Екатерина Васильева, которая пришла сегодня сюда. Помимо них Юлия Сабитова, Анна Малышева, Илья Гагадзе, Алина Петрова, Валентина Сильченкова, Ксения Володина и Алиса Крожевская. Вот такой у нас состав. Всем, да, назвали? Я всех назвала, замечательный у нас состав. И Шуня Балашова. Спасибо большое всем. Хорошего вам настроения. Thank you.
Мишуня Балашова.